селении Дмени Цхинвальского района весной этого года приступили к капитальному строительству административного комплекса. В этом году планируется строительство первого этажа. Здесь все работы уже на завершающей стадии. Началось все после войны 2008 года. Тогда на этом месте планировали построить здание отделения милиции Цхинвальского района. И хотя стены из красного кирпича были возведены, работы приостановились из-за отсутствия финансирования. В таком состоянии недостроенное здание простояло долгие годы. Жители не раз обращались к руководству страны. На одной из встреч с местными жителями президент Анатолий Бибилов пообещал, что здание будет капитально отремонтировано. Два года назад в здании поменяли кровлю. Здесь будут расположены здания местной администрации, отделение милиции и отдел культуры. Мы эти стены привели в порядок. Они не были оштукатурены. Мы их привели в порядок. Окна новые поставили. Там были старые окна на первом этаже, но они были некачественные и разбитые. Мы их полностью заменили. Плюс еще мы сделали отопление. Отопительная система будет центральная уже здесь. Будет работать на электричестве, пока сюда газ не придет. На втором этаже планируют построить большой актовый зал, предназначенный для проведения коллективных мероприятий. Со сценой, комфортным зрительным залом, удобной раздевалкой. Одним словом, будут созданы все условия для участников различных торжеств и приглашенных гостей. В здании уже проведена индивидуальная система отопления. Будут созданы все условия для работы. Хочу поблагодарить местных жителей, которые сегодня работают на этом объекте и которые добросовестно относятся к своим. Как вы увидели внутри, уже мы находимся на последней стадии. Я имею в виду первого этажа. На последней стадии первого этажа. И мы где-то в конце августа первый этаж уже сдадим администрации, Дмининской сельской администрации. Строительство первого этажа административного комплекса планируют закончить к концу этого года. На это руководством страны выделено 3 миллиона рублей. К строительству привлечено местное население. Как они отмечают, работают с чистой совестью, ведь строят для себя и своих детей. Нам приятно работать в своей деревне. Мы обеспечены всем необходимым материалом. Работа продвигается быстро. Скоро завершим все работы. Уже в сентябре работники администрации, культуры и отделения милиции переедут в новое здание. Регина Черткоева, Александр Кокоев, информационный выпуск сегодня.